Праздники отмечает каждый по-своему. В Центре культуры и досуга поселка Отрадное собираются дети творчески развитые. Ученики студии «Мастерская чудес», например, решили своими руками изготовить поздравительную открытку. Я делала голубей и веточки в технике квиллинга. Квиллинг — это когда скручиваешь тоненькие ленточки и придаешь им форму. Мы расписывали голубей фломастерами и красками и базовые цвета народов. Мы нашли в интернете фотографии народных костюмов, там же посмотрели расцветки. Также мы использовали знания, полученные в школе. Делали мелкие детали, в принципе, оформляли общую композицию и делали фон. Нам также помогали и малыши. По мнению преподавателей центра, лучшей почвой для единства служит совместное созидание, где дети объединяются в процессе труда и творчества. К этому шедевру приложили руки и фантазию воспитанники всех возрастов, каждый в меру своих умений, коих немало. Мы валяем игрушки из натуральной шерсти при помощи иголок. Лепим всякие игрушки из пластилина, рисуем картины, например, таких. Плод совместных усилий в руках его создателей. Теперь можно с помощью телевидения подарить его всем, кто празднует День народного единства. С праздником, Россия! С праздником, Красногорск!